Я решила сегодня еще пару тыковик нафаршировать. Там уже колбаски, и фарш, и булгур. Сейчас покажу. Вот такой булгур взяла, скинула туда. Чуть проварила его, не до конца. Помидорчики, перчик, зелень. Вот такие красивенькие. Две тыковки. Обламываем. Ничего не меняет. Все это обламываем. Держится. Самый главный ингредиент. Помазать сверху. Это прилетел рыжий. Здравствуйте. Вот такие получаются. И также отправляем в духовку. Пусть запекаются. Осталось разобраться с горой посуды. И перебрать семечки на просушку. Все. Семки перебрала. Отделила. Осталось помыть. И разложим. Все, посуду помыли. Завтра уже буду более-менее раскладывать. Семки на просушку. Завтра чайник забыла. Вот такая вкусняшка там у нас малинка. Иван-чай сами собирали, липа. Вот, а завтра уже пожарю семки. Тыковка у нас там печется, журчит, что-то там трещит. Пусть печет. Придем позже, проверим, что наша тыквочка там. Уже почти готово. И еще разочек смажем, прежде чем поставить. Снимаем фольгу, чтобы она чуть-чуть сверху подпеклась. Берем. Ну все, вот она готова. Ой, прям вот, прям мягкая-мягкая. Вот это точно готово. Все готово. Отлично, вкусняшка. Давай, разрезай. Тебя тут только не хватало. Ася, первая. Как это? Без Аси ужин. И у вас, скажи, вообще такое бывает? Без Аси ужин проводить. О, такая вкусняшка. Там вкусняшка. Нет.